WhatsApp, я скачал там видео, здесь хочешь сам скачать? Идет. Неожиданно все произошло, такой антураж. Нормально. Но вас это не смущает нисколько? Нет. А праздник вам сегодня не испортили? Погода немножко подкачала. А обстановка? Нет. Ничуть. А, вот это? Да. Вообще, мы бы на другой так согласны. Если бы вы знали, что вот такая вот жизнь. Скажите, а вас не предупредили заранее, не информировали о том? Нет. Но он все-таки, он открыт или закрыт? Он открыт. Открыт? Да. Но я надеюсь, вам это не сильно праздник сегодняшний испортит. Нормально. Надеюсь, нет. Ну, скажите, главное, чтобы там в дальнейшей жизни было все хорошо. А то, что здесь перерыто, это такое. Скажите, ну а как вы скажете, жизнь, как вы считаете, в принципе, ну, можно было, наверное, как-то сделать это более цивилизованно, более культурно, но чтобы, так сказать, не. Конечно, портить. Не на груди вот такого, что здесь землю повалили. Не очень. Красиво. Идешь с таким настроением в ЗАГС, что праздник все-таки. Один раз в жизни такое бывает. Нет, еще. А для вас какой-то сегодня день особенный? Вы специально выбирали эту дату? Нет. Нет? На какую попали? Спасибо. Пожалуйста. Просто пока не сеть, пока сюда.